Добрый вечер, дорогие друзья, рад видеть вас всех. Мы сейчас собираемся на очередной урок Тора, как всегда в это время по четвергам. Но сейчас это особое время. Этот шаббат, в этот шаббат мы будем отмечать особый день, Новый год хасидизма, праздник освобождения, первый Лубавичский ребе, Альтер ребе, праздник его освобождения из Петропавловской крепости, где он был арестован во время цар за то, что он распространял хасидут. И мы знаем о том, что его арестовали, и в результате того, что был переговор, небесный переговор за его работу, за то, что он распространяет секреты Тора, за то, что он рассказывает такие вещи, которые, может быть, еще рано рассказать. И во время, когда его освободили, это был знак о том, что и в небесный суд решили, что и в небесный суд решили, что надо распространять Тора везде, что можно распространять все секреты Тора, в том числе хасидут, без никакого ограничения, и поэтому этот день называется Новый год хасидизма, поскольку именно в этот день секреты хасидут получали официальное разрешение из Небесного Суда быть распространенной по всему еврейского мира. И сегодняшний наш урок будет тоже в дух идея урока. Идея, которая будет нас объяснять и даст нам ответ на наши вопросы. Она будет тоже в дух хасидизма. И она будет символизировать один из секретов хасидизма, который раскрыл герой этого дня, рабби Шниор Залмен из Лади, Альтер Ребе. Глава Ваишлах, глава, которая рассказывает нам об этой драме, наконец-то встретились Яков и Эйсов. 34 года они не виделись. Яков сбежал из дома его родителей, поскольку Ривка услышала, что Эйсов собирается его убить, отомстить за то, что он взял, забрал у него эти благословения. И Яков отправляется в очень-очень длинный путь. 14 лет он вообще находился в Ешива. Ешива, которая назвала имя Ешива Шем Ваэйвер. Там он 14 лет учил Тора. А дальше он отправился к место, где жил его дядя Лаван, где там он женился на его жена Рахел, и потом на Лея и на Рахел, там он родил своих детей, и там он работал у Лаван целый 20 лет. И в этой, наконец-то, после 20 лет нахождения у Лаван, говорит ему Всевышнему возвращаться на его родину в Израиль, и Бог повторяет это обещание, которое он его обещал 34 года раньше, что в момент, как он приходит в Израиль, Бог будет с ним, и он будет заслуживать полной защиты Всевышнего во всем. И Яков готовится к этой встрече из Эйсав, которую о нем мы будем сегодня говорить. Знаете, как Рамбан, Рабину Моше бен Нахман, как он называет эту глава наша, глава Ваишлах, он этого называет Парашат Галут. Это глава, говорит Рамбан, которая в ней мы можем научиться, как вести себя во время Галут, во время изгнания. Что символизирует Галут? Галут символизирует время, когда еврейский народ, он не самостоятельный, он зависит в решении других людей, других народов, других разных людей, которые иногда они не показывают самые дружные, самые любимые,
самые хорошие отношения к интересам еврейского народа. И лидеры еврейского народа должны были найти путь, как с ними поговорить, как найти общий язык, как отменить разных переговоров, которые они хотели нам делать. Вот так решили наши предки в течение вся история. Говорит Рамбан, когда наши предки должны были ходить на какой-то решающий встреч из какой-то царь или из министр, который не был самый дружный, мягко сказано, в отношении еврейского народа, они должны были запланировать свой путь, как они будут с ним разговаривать, как они будут с ним вести дела. Они открыли книгу Берешит, глава Ваишлах, и посмотрели, как выглядели первые переговоры, какую тактику использовал Яков, наш отец, когда ему надо было вести переговоры с его первым врагом Эйсав, и так они вели себя в этих моментах. Так говорит Рамбан, что Раби Янай, один из мудрецов Талмуд, когда он ходил перед тем, что он ходил на встрече с властью в Бавилон, он посмотрел глава Ваишлах и взял от поведения Яков разных советы, как вести себя в это время. А также он говорит, когда он находился в Рим, Рим это же потомки Эйсав, Эдом, он тоже посмотрел, как Яков вел переговоры с дедушкой Рим, это который звали его Эйсав. Если это, и это действительно так, когда мы смотрим на поведение Яков, его отношения с Эйсав, у нас одни вопросы. Почему так? Почему такое поведение, которое действительно заслуживает такой непочетный комплимент, быть названный как глава Галут? Первый вопрос. В это время, когда Яков должен был вернуться в Израиль, Эйсав уже не находился в Израиле. Эйсав находился в Эдом, то место, которое он взял себя, что это будет его родина. Возможно, что Эйсав вообще никогда бы не знал о том, что Яков вернулся в Израиль. Но тут Яков является инициатором обновления связи с Эйсав. «Ваишлах Яков малахим лефанав». Тора нам говорит, и послал Яков ангелы, посланники перед него, «Эл Эйсав ахив к своего брата Эйсав арца Сеир, страна Сеир горы Эдом». Эйсав не в Израиль. Возможно, они никогда не увидятся больше. Но Яков идет к Эйсав, говорит, «Эйсав, ты помнишь, когда-то мы с тобой поругались? Когда-то ты хотел меня убить? Послушай, я хочу вернуться на родину. Я хочу вернуться к дому отца Ицхак. Что ты знал об этом?» Спрашивает Медраш Раба. Говорит, «Рак Рав Хуна патах ве-амар». Талмудейский авторитет Рав Хуна, очень известный мудрец Талмуд Рав Хуна, открыл эту тему и говорил, зачем, если есть собака, злая собака, опасная собака, но собака сейчас спит, если ты умный человек, проходи мимо, и с тобой ничего не случится. Кто идет будить собака, сказать, собака, вот я пришел, и тогда начинается целый сценарий борьбы с этой собакой. Спрашивает Рав Хуна, зачем у Якова будить эту собаку? Зачем? Собака ничего не знает, Эйсав находится далеко, пускай там находится и буду там жить спокойно. А ты, Яков, вернись домой спокойно, никто тебя не будет мешать. Нет, Яков отправляет свои ангелы, чтобы они ходили к Эйсав и они должны ему рассказать о том, что у Яков есть намерение вернуться в Израиль. Это говорит Рав Хуна. Рав Шмуэль бар Нахман, что один известный мудрец Талмуд, он дает другой пример, он говорит, это как опасный человек, криминал, который все боится его, он может украсть, он может убивать. А когда он спит, все проходят мимо и все стараются, чтобы он их не замечал. Кроме не очень умные люди, которые приходят и пытаются его напомнить о себе,
Слушай, мы сейчас проходим мимо, и тогда они сами ставят себя в большой риск, чтобы знать, что с ним будет, как с ним будет. И этот криминал говорит, и зачем ты меня будил? И то же самое говорит Медраш Всевышний, сказал Яков. Он уже ушел в своем пути, Эйсав, а ты присылаешь люди, чтобы его будить? Это наш первый вопрос. Почему Яков стал инициатором обновления связи с Исав во время, когда гораздо более спокойно для него было сказать, я о нем не знаю и не хочу о нем ничего не знать, и он о мне ничего не будет знать никогда. Вопрос первый. Вопрос второй. Я думаю, что каждый, который читает эту главу, чувствует себя неловко. Даже сердце болит посмотреть поведение Яков. Как это звучит в Тора? Яков говорит ангелу, говорит свои посланники. Так скажите мой господину Эйсав. Эйсав это не его брат, который он выкупил у него первородство. А Яков получал благословение. Скажите ему, что он мой господин. Яков полностью унижил себя перед Эйсав. Он мой господин. И скажите ему, как так сказал раб твой Яков? Изохон вей. Какой раб твой Яков? Когда Яков стал его раб? Почему Яков себя называет? Я раб твой Яков. Почему? Ничего не понимаем. Говорит Раши, Яков продолжает и говорит, эта тема продолжается, как Яков извиняется перед него. В Торе написано, Яков говорит, «Им лаван гарти ваэйхар ад ата». Славан я жил и задержался до этого времени. Гарти – это слова нестандартная. Объясняет Раши, что Яков намекает. Яков намекает такой вещь. «Ло наасети сар вехашув». Я там не стал большой человек. Я там не стал богатый человек. Я там был чужой. Был всю жизнь чужой. И жить 20 лет с чувством, что ты там чужой, это, конечно, неприятно. Что он хочет его намекать? Он говорит, не злись, не надо злиться на меня о том, что я получал эти благословения. Они все равно не действовали. Я не стал там богатый, я не стал там большой человек. Я оставался там всегда чужой. То есть, что в другие слова происходит? Яков опускает свою голову перед Исаву, называет его раб, господин мой, себя он называет его раб, и он говорит, не обижайся, я ничего не получал от этих благословений. Они не реализовались, пока не реализовались. Это второй вопрос. Теперь посмотрите, что дальше происходит. Ангелы возвращаются. Они рассказывают Якову, слушай, Яков, ситуация непростая. Эйсов, он собрал большой армии, 400 вооруженных людей, они едут навстречу тебе, чтобы реализовать свое обещание, чтобы убить тебя. А тут поведение Яков совсем непонятное. Смотрите. 34 года назад, когда Яков только отправился, мы все помним эту историю в начале главы Ваейце. Бог обещает Яков, я буду с тобой. Я буду сохранять тебя, защищаю тебя. Я все время буду с тобой. Он дал ему такие огромных благословения. Если это недостаточно, совсем недавно, когда Всевышний сказал, Яков, ты должен отправляться назад в дом от отец своего, в твою родину, в Израиль, в страну Кенан, опять Бог ему обещает, я буду с тобой, ты под полной защитой. Что бы сделал каждый от нас, мы, люди простые, во время, когда у нас такая страховка? Мы бы спокойно жили, спокойно ходили, нам Эйсов вообще не интересует, он нас не пугает. У нас есть самая лучшая страховка, у нас есть самая лучшая защита. Всевышний обещал нам свою защиту в полном объеме. Давайте посмотрим поведение Яков.
Страшно посмотреть на Яков. Он не находит себе места. Он отправляет, он начинает молиться Бога снова. Спасай меня. Он разделяет свою семью и свое имущество на две части. И он говорит, если придет Эйсов и убивает эту половину, а хоть останется мне вторая половина. И третья вещь, что он делает. Он собирает огромное количество подарков и просто пытается купить Эйсову. Так что народ называет взятка. Он отправляет ему много делегаций, верблюд, овцы, бараны, быки, что угодно. Самые дорогие вещи, которые были у Яков, он отправляет к Эйсов. Это почему? Поскольку он очень-очень боится, что будет. А когда они наконец-то встречаются, что написано в Торе, что делает Яков? Он падает перед него, как перед господином, не больше, чем 7 раз. Яков падает на колено перед Эйсав 1 раз, 2 раз, 3, 4, 5, 6. 7 раз он падает на колено в путь к встречу к Эйсав. И если мы будем считать, сколько раз в этом короткой встрече Яков называет Эйсав Адони, то есть господин мой, я считал, 8 раз. Ничего не понятно. Один из известных книги, которые это хорошие и важные комментарии на Тора, это книга Кли Якар. Он спрашивает вопрос, он говорит, я не понимаю, как же Яков побоялся после того, что Всевышний ему уже все обещал. Он не понимает. Всевышний обещал ему тогда, когда он увидел лестницу, ангелы поднимается и спускается. Всевышний обещал его тогда. И вы знаете, самый тяжелый вопрос о поведении Яков находится в Талмуде, в том Мегила, а также в Медраш, Медраш о Свита Кестер. Мы все помним поведение Мордехай. Когда Мордехай был в большой опасности перед Аман, он мог тоже делать такой же вещь, который делал Яков. Опускать голову перед Аманом, и ничего бы не было. И не надо было чуда, не надо было Пурим. Все бы было, все бы жили хорошо и спокойно. Но Мордехай ни в коем случае. Он не опускает голову перед Аманом. Как написано там, Мордехай ло ихра вело иштахаве. Сказывает нам Талмуд, и в том Мегила, и это приводится в тоже в Медраш, что люди, которые жили, были там вокруг Мордехай, они задали ему вопрос, они сказали, Мордехай, зачем, почему ты его обижаешь? Твой дед Яков, когда он стоял перед дед Маман, перед Эйсавом, он же 7 раз падал на колено перед него. Для тебя достаточно 1 раз, и проблемы бы не были. Почему тогда ты так ведешь себя? Хороший вопрос. Если Яков, как Рамбан говорит, дал пример еврейского народа во все время галут, как надо вести себя против противники наши, он перед Мордехай стоял такой мощный противник, как Аман. Ему надо было взять пример у дедушка Яков и так вести себя, и тогда бы порешать все вопросы. И они спрашивают Мордехай, что ты делаешь, Мордехай? Почему ты такой радикальный? Не опускаешь голову перед Аман. Послушайте ответ, который ответил Мордехай. Талмуд в том Мегила говорит, Мордехай говорит, а Мордехай написан в Мегила, «Иш ямини». Это намекает о том, что он был из колена Виньямин. Отвечает Мордехай, «Мой дедушка Виньямин еще не родился, когда был этот позор, когда Яков падал на колено 7 раз перед Эйсавом. Поэтому я не обязан вести себя, как вел себя мой прапрадед Яков». Как мне мягко сказано, Мордехай не дал комплимент поведению Яков. Если так, тем более нам надо понимать, какой логика была у Яков, почему он вел себя именно вот так. Почему именно так Яков начинает преклоняться перед
Эйсавам так долго, и это было, и отправляет ему все остальные вещи. Что было в этой поведении Якова? Уйду немножко от этого вопроса, и хочу сказать два слова. Есть галахический аспект на эту историю. Нам кажется же, то есть Яков же был цадик. Кто был Эйсов, мы тоже знаем. Наверняка Яков не поверил о том, что Эйсов это господин мой. Наверняка Яков не поверил в том, что Эйсов он такой великий. И то, что он его называл господин мой, и то, что он его сказал, я раб твой, это он его только сказал красивые слова, чтобы этот почувствовал себя хорошо. На самом деле, вроде бы это был ложь. Он не имел в виду. И это вопрос, можно ли так делать или нет. Он же грешник. Теперь, если Яков цадик скажет ему такие слова, он может завтра уговорить себя, что он действительно такой. И тогда он никогда не будет делать тшува. Можно так делать или нет? Есть история в Талмуде, в том Сота, в Мишне, в том Сота, это на 41 лист в Талмуде, в том Сота, что был такой цар Агриппас Хамелех, который он был, Агриппас это был римский раб, который захватил власть в Иерушалайм во время второго храма, и он пришел во время Хакхейл, когда после Шмита весь народ собирался. И он попросил, чтобы дали ему читать в Тора, он же цар. Народ от него побоялся, он читал в Тора, и там написано в Тора, что не может быть на тебе цар в Иерушалаем, человек, который он чужой, который он есть твар, он не от вас. И тогда от него текли слезы, он понимал, что он тут ни при чем, он не должен находиться там. Но они все его сказали, не побоялись его, ты наш брат, не бойся, ты наш брат. Приводит там Тосфот и в Талмуд, что в это время погибли очень много евреев. И это было наказание за их поведение, поскольку нельзя вести себя вот так. А тут Яков вроде бы делает то же самое. Он говорит Эйсову такие комплименты, такие слова, он говорит, что я рад видеть тебя, как видит ангел. Тогда это еще усложняет наш вопрос. Если этот вопрос не гладкий тоже. Из галахической точки зрения, зачем Яков зашел в этом угол? Зачем Яков вообще туда зашел, чтобы находиться в такой дилемме? Можно так сказать Эйсаву? Нельзя так сказать Эйсаву? Видим, Мордехай этого не хотел. А вообще, как мы начали, зачем он вообще стал инициатором обновления связи с Эйсавом, когда ничего хорошего из этого не будет? Может быть, начнем с вопроса, почему Яков побоялся? Где был его битахон? Если Бог ему дважды обещал полной защиты, от чего Яков побоялся? Написано в книге «Мефаршим, комментарий Тора», что Яков не боялся лично Исав. Яков побоялся духовных заслуг, которые есть у Исав. Яков посмотрел на Исав, и он увидел еще какие-то плюсах, которые есть в Исав. И он сказал себе, у Исав есть какие-то элементы духовные, которые отсутствуют у меня. Возможно, благодаря этого Исав может заслужить такая защита, которой у меня не будет. И это был источник того, что Яков боялся Исав. На пасук, когда Яков обращается здесь к Богу и говорит, «Катонти микол акрасадим», Яков говорит, «Я слишком маленький получат от Бога столько много милосердия». Комментирует Раши, Яков говорит, «Возможно, я грешил, возможно, я согрешил». И это недостаточно для меня. Какие грехи есть у Яков, такой цадик? Какие вещи есть, какие элементы есть у Исав, которые вроде бы это лучше, чем есть у Яков?
написано в Тора, «Ваира Яаков меод ваецер лой». «Побоялся очень Яков». Объясняет книга, которую написал один из мудрецов, которые жили в Польше 200 лет назад, звали его Раби Арье Лейбцинц. Он написал книгу «Мело ха-Омер». И он говорит, как мы уже упоминали в наших уроках, «Воэйсав была особой заслуга». Что у него была особая заслуга кибудаваем почет родителей. Он служил Ицхак с такой уважением, как мы уже упоминали в один из наших уроков, который никто в истории не использовал, не выполнял этой мицвы, этой заповеди на такой высокий уровень, как исполняли ее Эйсов. И поскольку у Эйсов была такой высокая заслуга, но у Якова этого не было. Яков сейчас 34 года не находился дома. 34 года он не помог, не почитал, не уважал, не помог своих родителей. У него 34 года минус в исполнении этой заповеди. Фактически, правда, они ему сказали уехать, но по факту он же не исполнял этой заповеди. С другой стороны, Эйсов, все эти исполняли этих заповедей гораздо больше. Мы говорим, что самый сильная сторона Эйсов это именно этой особой заповеди. И поэтому побоялся Яков, у Эйсов есть таких заслуг, которых у меня нет. И кроме того, Яков побоялся, в прошлой неделе на урок мы обсуждали тему, как же Яков женился на две сестры. Что это такая вещь, которая потом, после дарования Тора, стал строго запрещен. И как мы упоминали Рамбан в прошлой неделе, который говорит, что как Яков вошел в Израиль, умерла Рахел. Святая страна Израиль не могла выдержать такое грубое нарушение закона Тора. И поскольку Рахел, она была вторая жена, поэтому она умерла, как они зашли в Израиль. Яков знал, то есть Яков мучил себя, что возможно он тут нарушает законы Тора. И здесь, когда ему надо было заслужить особую защиту Всевышнего, побоялся Яков. Он подумал, во-первых, у него много заслуг, такие, которые у меня нет, как почет родителей. И кроме того, у меня есть грех, который он не согрешил. Может быть, он согрешил другие грехи, но такой грех, как у меня, что я живу с двумя сестрами вместе, такой грех у него нет. Это была основа на переживание для Якова. Это была основа, которая вызывала у Якова сомнения, возможно, тут мне надо что-то исправить. Мы находим такой пример в книге Бамидбар. Моше Рабейну вел война против всех царей, которые помешали народу Израиля в движении в сторону Израиля. Он воевал с Сихон, цар Эмори и других царев. Он совсем не воевал, кроме одного. Когда был великан Ог, цар Башан, Моше Рабейну побоялся его, пока Бог ему сказал, «Ал тира, не бойся, я даю его в твоих руки, и Моше лично его убил». Аби спрашивает Геморе в том Нида, почему побоялся Моше его? Моше же ни с кем не боялся, он знал, что Бог идет с ним. Что вдруг, когда он увидел великан Ог, мелех Абашан, он начинает переживать, и Бог должен его успокаивать и говорит, «Ал тира, не бойся, Моше Рабейну». Сказывает нам Гемора в том Нида такой, у Ог была очень большая заслуга. Ог жил очень много лет. Сотни и сотни лет жил великан Ог, цар Башан. Ог, цар Башан, делал одолжение Аврааму Авину. Когда взяли Лот в плен, он написан, ויבוא הפליט ויגד לאברהם. Это был Ог, который пришел к Аврааму и рассказал ему то, что происходит. И он стал причиной, что Авраам зашел на войну, отправился на войну и освободил Лот. То есть он делал добро Авраама. Моше Рабейну не боялся физической силы у Ог. Он знал, что Бог с ним. Но он побоялся духовной заслуги. Он же помог Авраам. Он же делал добро Авраама Вину. Сделай добро Авраама Вину. О, это очень, очень большая заслуга. И также здесь объясняет много из наших мудрецов, что боялся Яков. Яков не побоялся от физических сил Эйсав. Об этом он был полностью уверен в защите Всевышнего. Но он здесь побоялся, возможно,
он не заслужит этой защиты, поскольку у Эйсов были плюсы, которые у него были минусы, которые у Эйсов нет, как мы упоминали. Но вместе с тем мы еще не понимаем один очень важный вопрос. Почему тогда Яков должен был инициировать весь этот стресс? Легче было оставить собака так, чтобы она спала, и чтобы никто не знал, что происходит, что Эйсов бы никогда не знал о том, что Яков уже назад в Израиль. Пока Эйсов об этом узнает, Яков уже будет устроен в Израиль, они будут в дороге, так с много детей и жен, он уже будет готов физически на такой встреч. А Яков, как мы упоминали, Яков стал инициатором этого. Яков отправляет ангелы, отправляет свои посланники, чтобы они рассказали Эйсов о том, что он едет сейчас в Израиль. Поэтому нам надо посмотреть, что нам говорит Хасидут. Перед Новый год Хасидизма 19 Кислева, который мы будем отмечать из Божьей помощи и в этот Шаббат, особый Шаббат, когда Новый год Хасидизма совпал в Шаббат, кстати, и Новый год в этом году, Рош ха-Шана был в Шаббат, и Новый год Хасидизма в Шаббат. Посмотрим, что написано в Хасидут. Что здесь, почему Яков стал инициатором этот встреч из Эйсова. Начнем со слова, которые каббалистические слова, которые написал Раби Леви Ицхак Шниерсон, отец Лубавичской Ребе, как известен, был один из главных, один из самых известных раввинов в Украине, уже после Советской революции и в самые тяжелые годы, коммунистический режим, когда были гонения против евреев, он был источником поддержки для евреев, которые жили в Украине. Пока в 39 год эти злодеи его арестовали и отправили его на изгнание в Казахстан. И там в месяц Менахема в 44 год, совсем молодой, он вернул свою душу Всевышнему. Раби Леви Ицхак был великий человек, большой цадик, большой мудрец Тора и очень большой каббалист. И он написал, послушайте сейчас внимательно, удивительную вещь. Вы все знаете, что такое гематрия. Гематрия это когда мы берем буквы и переводим их на цифровое значение. Давайте сейчас возьмем имя Ицхак. Имя Ицхак, что это был отец Эйсов и Яков, которого мы видели еще, что он любил Эйсов. И будем переводить это слова Ицхак на цифры. Ицхак составляет четыре буквы. Юд, Цадик, Хет и Куф. Юд, если мы переводим, буква Юд, если мы переводим в цифры, это 10. Буква Цадик, если мы переводим в цифры, это 90. У нас уже сколько? 100. Если буква Хет в цифра это 8, и буква Куф это 100. Сколько у нас? 208. Теперь берем имя Всевышнего. Самое святое имя Всевышнего называется в Каббала Хавайе. Имя Хавайе составляет 4 буквы. Буква Юд, буква Хей, буква Вав и буква Хей. Переводим в цифрах. Буква Юд это 10, буква Хей это 5, буква Вав это 6 и буква Хей это 5. Сколько у нас? 26. 26 умножаете на 8. Все знают ответ, 208. Теперь вернемся к имя Ицхак. Имя Ицхак равно 208. То есть имя Ицхак объединяет в себя самое святое имя Всевышнего, имя Хавайе. 8 раз имя Хавайе находится в этой имя Ицхак. Святость Ицхак была такая, что в нем находился имя Хавайе, святое имя Всевышнего Хавайе, 8 раз. Теперь идем дальше. Яков, сын Ицхак.
Будем переводить сейчас слова, которые буквы, которые составляют слова Якову, тоже к цифре. Юд – это 10. Буква Айн – это 70. Буква Куф – это 100. И буква Бет – это 2. Сколько у нас? 182. 208 минус 182. Сколько не хватает нам? 26. Получается, сколько раз имя, святое имя Хавайи, которое составляет 26, лежит в имя Яков? 7 раз. Сколько у Ицхак? 8 раз. Что происходит? Разве Ицхак не передал Яков такой же уровень святости, как был у него? Вроде бы отец передает своих сыновей все, что у него есть. Почему у Яков нет 8 раз имя Всевышнего? Почему только 7 раз? Может быть, кто-то другой это взял. Давайте посмотрим, как выглядит имя Эйсав. Там очень интересно. Эйсав составляет всего лишь 3 буквы. Буква Айн, буква Син, буква Шин и буква Вав. Буква Айн и в цифровое значение это 70. Буква Шин и в цифровое значение это 300. И буква Вав это 6. Итого 376. 376 это цифра, которая составляет имя Эйсав. Что спрятается в этой цифре 376? Во-первых, если у Эйсов били 8 раз имя Всевышнего Гавайи, у Ицхак били 8 раз имя Гавайи, 208, это 8 раз имя Гавайи, 7 забрал Яков, значит, 8 имя Гавайи, которое было Ицхак, кто получал? Получал Эйсов. 376 минус 26 у нас остается 350. Что есть в 350? Сейчас будем переводить еще одно слово. Есть в Тора, когда Тора называет вещи, которые не ритуально чистые, ритуально нечистые, как это называется? Таме Тахор. Тахор это ритуально чистый, Таме это ритуально нечистый. Будем сейчас переводить слово «таме» на цифрах. Буква «тет», которая ее цифровое значение это 9. Буква «мем», которая если мы переводим в цифры, это значит 40. И буква «алеф», первая буква еврейского алфавита, которая это 1. Итого 9, 40 и 1, да, у нас 50. 350, сколько раз у нас там 50? 50 умножаете на 7, у нас получается 350. Получается у нас у Эйсов есть цифра 376. Что спрятается в этой 376? Есть имя Всевышнего Гавайи один раз. Но она окружена в 7 слоев таме. И в 7 слоев нечистоту. Таме, ритуально нечистый, окружает этот имя Всевышнего. Имя Всевышнего, 8 имя Всевышнего, которое было у Ицхак, и которое Яков не получал, Яков получал 7 от 8, этот 8 находится где? У Эйсов. Но мы же смотрим на Эйсов, что мы видим? Мы видим бандит. Мы видим криминал, все, что Тора о нем рассказывает. А где это имя Всевышнего в нем? Вот этот ответ. Это имя Всевышнего спрячено очень-очень глубоко. Ее не видно. 7 слоев. 7 слоев нечистота ее одевает. И это Яков знал. Яков знал, Эйсов, это мой брат. Он сын моего папа Ицхак и моей мамы Ривка, которые были большие святые цадыки.
Невозможно, что мой брат, он его отсутствует святость. У моего брата есть святость. Восьмое имя Всевышнего, тот, который я не получал. Я получал семь. Восьмой пропадал моего брата. Но Яков знал, что это имя спряченное, семь слоев нечистота. И Яков знал, мне надо пробиться к этой. Это моя задание. Почему это мое задание? Вы уже понимаете, что происходит? Сколько раз Яков переклонялся, падал на колено перед Исав? Семь раз. Почему именно семь? Каждый раз, когда Яков этого делает, он пробивает свой путь к этой душе, к имени Всевышнего, который находится у Исав. Один раз он падает на колено, второй раз, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой раз, пока он дошел до Исав. Обратите внимание, в Торе написано, когда Яков обращается к Богу, перед тем, что начинается этот процесс, эта встреча, он говорит, «Ацилейни нам яд ахи, мияд Исав». У Яков там такая трогательная молитва. Он говорит, «Спасай меня от руках моего брата Исав». Перед тем, что начался этот процесс, перед тем, что Яков падал на колено семь раз и пробил эти семь слоев нечистота, он его называет «брат мой», но он Исав. Там есть еще 350, 26, это мой брат, это имя Всевышнего, но еще 350, которые это семь слоев нечистота. Но потом, когда он уже дошел до Исав, написано в Торе, он дошел до своего брата. Там уже нет Исав. Знаете почему? На этом исторический момент, когда была эта драматическая связь между Яков и Исав, когда они обнимались, смотрели в глаза друг к другу, тогда смотрели семь раз имя Авае, на этот один раз имя Авае. Тогда они чувствовали эти семь слоев нечистота. Поэтому там в Торе не упоминается имя Исав. Там это мой брат. Имя Авае, которое у него, и имя Авае, которое у меня, мы тут браты. Но мы же должны, так объясняет отец Лубавельский Ребе, весь этот процесс. Но мы должны же понимать, почему тогда Яков, почему тогда Яков хотел стал инициатором этого? Мы должны знать очень большую вещь. Альтер-Ребе, который его праздники в этот шаббат, Раби Шниор Залман из Лади, в своем книге Тора Ор, он пишет нам, проводит из Каббала, о том, что во время творения мира Всевышний распространял по всему миру, в жаргон Каббала это называется ницоцот, святые искры. Эти святые искры, они разбросаны по всему миру. И задание еврейского народа до прихода Машиах собрать эти искры, найти эти искры, исполнять заповеди везде, как в любой заповеди, которые мы исполняем в любой точке в мире, тогда мы поднимаем эти искры, которые были разбросаны там, и их возвращаем к их источнику. Когда мы, в минуту, когда мы завершаем эту работу, когда все святые искры будут собраны, и они будут назад, в их источник придет Машиах. Яков знал, что на нем лежит огромный ответственность, ему надо стать инициатором и Исавом, поскольку у Исав спрячены очень высокие святые искры. И Яков знал, что Бог ждет этого момента, когда он соберет эти искры. Душа, эти искры, которые спрячены, которые их окружает семь слоев нечистота, они не хуже, чем каждого от нас. Но мы должны их спасать. И это хотел Яков делать. Поэтому он сказал, я не возвращаюсь домой просто так. Перед тем, что я возвращаюсь в Бершева к моему папе Ицхак,
мне надо доделать еще один очень важный вещь в путь к нему. Что мне надо делать? Обрабатывать моего брата Исав. Мне надо питаться, вытащить его из этой болота, в котором он находится. Яков, у него получилось, но не все. Не все. При встрече наверняка Яков увидел, что Исав еще не готов. Какой-то часть он собирал, вы видите, там война не была. Они обнимались, они целовались, они разошлись как братья. Но вместе с тем Яков ему сказал, еще мы должны с тобой еще делать еще длинный путь. Пока адашер аво эл адони сеира, пока я приду к твоего господин мой и в гора сеир. Как написано, и мы этого произносим каждое утро на молитва, ваалу мошиим беар Исав, ваайта ла Ашем амелуха. Во время, когда Машиах придет, тогда все искры из горы Сеир, из Эдом, они вернутся. Это последний, который будет вернуться. Тогда, вехайта ла Ашем амелуха, тогда будет Машиах. Тогда будет царство Всевышнего явно открытое по всему миру. И этот вещь уже объясняет нам, что здесь произошло. Яков побоялся на простом уровне. Он говорит, у Эйсова, это Эйсов, который я иду встречать, это Эйсов, который я должен с ним встречать, кроме того, что у него высокие искры, у него действительно большие заслуги, которые у меня нет. И у меня есть такие минусы, которые у него нет. А почему он стал инициатором этой встречи? Он знал, что перед ним стоит задание. Вернуть Эйсову. Вернуть эти святые искры. И Яков знал, что там надо пройти 7 этапов. Поэтому Яков не побоялся. Яков не побоялся, что мы потом о нем будем думать, что он такой, который не уважает себя. Яков смотрел только в цель. У него один цель – спасать своего брата. И он должен пройти через эти 7 слоев нечистота, чтобы поднимать эти искры назад к святых, к их святой источник. Эйсов был такой святая искра, которая он жил в мир тоху, и Яков должен был его поднимать. И вот именно так, после такой богатый подход, который есть в хасидизме, вся эта тема очень широко обсуждается в книге Лекутей Сихот в 15 том. Ребе очень красиво обсуждает эту тему. И когда как хасидут объясняет эту тему, все получает у нас совсем другой взгляд. Совсем-совсем другой взгляд. Интересно, что мы этого учим, как мы уже упоминали, накануне такой шаббат. Шаббат, который называется Новый год хасидизма. Когда мы учим Тора, мы учим такой вещь о поведении Якова, мы спрашиваем себя, что мы берем для себя вот это видение. Яков Авину учит нас важный урок. И этот урок объясняет нам Бааль Шем Тов и Магид из Мезрич, который 19 кислев, это день его годовщина. И Альтер Ребе, который этот день праздник его освобождения, и до Лубавичский Ребе. Все лидеры хасидского движения. Они нам говорят о том, что мы не имеем никакой привилегии сидеть у себя на месте и сказать, я обращаюсь к Богу, я связан с Богом, я учу Тора, но я не могу заниматься со всеми людьми, которые нас окружают, поскольку я не знаю, как они будут для меня реагировать. Я вижу его, я вижу ее, им некогда, им это не надо. Я не знаю, как они будут реагировать. Вот, например, сейчас мы стоим на канун праздник Хануки. Лубавичский Ребе попросил нас, что мы будем делать все, чтобы не оставался ни один, единственный еврей, который не будет исполнять заповеди Ханука и не будет зажигать ханукальные свечи. В нашей общине есть акция. Ханукальные меноры в каждый еврейский дом. Община просто раздает. Каждый человек, который просит,
ханукальный. Каждая еврейская семья, которая постит ханукальные свечи и менора, и путеводитель, чтобы знать, как праздновать Ханука, получает их абсолютно бесплатно, в подарок. Поскольку так Ребе попросил. И мы работаем, раздали, на последней неделе раздали уже сотни наборы ханукальных комплектов. И люди у меня спрашивают, я говорю каждого человека, каждый посмотрите вокруг себя, вокруг вас есть люди, которые у них этого еще нет, и вы даже с ними работаете, чтобы они исполняли эту митцву. И как странно, люди нам отвечают, им это не надо, они этого не хотят. Яков не сказал своего брата Исава, ему это не надо, он этого не хочет. Яков знал, что он это хочет. Яков знал, что у него душа. Но иногда у Эйсов душа была закрыта, семь слоев нечистота. Доверьте меня, те люди, которые нам кажется, что они не хотят, их душа покрыта всего лишь в одно слоя. Немножко внимания, немножко объяснить, и они будут с радостью исполнять эту митцву. И поэтому у нас уже есть целая неделя до Ханука. Первые свечи мы будем зажигать в следующий четверг. У нас есть возможности реализовать то, что Ребе у нас попросил. И идти в путь, который показал нам Яков, стать инициаторы. Не ждать, что кто-то к нам пришел и спрашивает у нас, скажите, когда Ханука? Есть где можно найти свечи и Ханукия? Мы должны быть инициаторы, друзья мои. Если вы живете в город Киев, или в Украине, и у вас нет ханукальной менора, обращайтесь. Мы с Божьей помощью отправим вам, чтобы вы могли этого делать. И друзья, которые меня слышат, смотрите вокруг себя. Я уверен, что вы будете увидеть много еврейских семей, которые у них дома еще нет ханукия и свечей, или они не собираются и не понимают еще, как этого делать. И зависит от вас. Идите в путь, который показал нам Яков. Быть инициатором связи с людьми, которые вас окружают, даже когда вам кажется, что они этого не хотят, что это, их этого не интересует. Их это очень интересует. Они тоже евреи. У них тоже душа такая же, как есть у вас. Так сказал нам Бааль Шем Тов, так сказал нам Альтер Ребе, и так нам говорит Лубавицкий Ребе в нашей поколении. И когда мы будем так делать, когда мы будем распространять свет иудаизма, свет Тора и свет Ханука везде, когда мы пойдем в путь Яков Авину, мы заслужим из Божьей помощи еще до Ханука. Все святые искры были собраны, и как мы говорили, когда будут собраны все святые искры, что мы заслужим с вами? Прихода Машиаха в самое ближайшее время. Друзья мои, желаю вам всем шаббат шалом, успеха в подготовке к шаббат, и возьмитесь на работу, на подготовку к Ханука, не только у себя дома, но у всех людей, которые вас окружают. В следующей четверке с Божьей помощью первая свеча Ханука, мы будем проводить тоже урок, и этот урок уже будет под тема праздника Ханука, будет очень интересно. Оставайтесь с нами до следующей недели. Будьте все здоровы, браха и ацлаха.